Хомичи планируют устроить свой альтернативный показ рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Напомню, известную постановку зрители должны были увидеть 1 ноября в музыкальном театре, но после обращения в прокуратуру Омской области межрегиональной общественной организации «Семья, любовь, отечество» с требованием запретить показ спектакль отменили. Хотя в городе висели афиши, а билеты продавались еще в начале октября. По словам директора Омского театра, в репертуаре музыкального такой постановки не было и нет. А по информации регионального министерства культуры, прокатчик сам отменил показ. Однако представители Санкт-Петербургского театра рок-оперы отрицают, что по собственной инициативе отменили выступление в Омске. О том, что показ не состоится, труппа во главе с заслуженным артистом России и солистом театра Александром Кавиным узнала 18 октября прямо во время гастролей на пути в город Междуреченский Ханты-Мансийского округа. Инициатива об отмене спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске якобы происходит от нас. Так это полная дезинформация. Я не знаю, это либо чья-то неудачная злая шутка, либо какой-то испорченный телефон. Мы всегда готовы и рады работать этот прекрасный спектакль.